Девочки, мальчики, всем привет! Начинаем новый влог. Расскажу немножко о сегодняшнем дне. Сегодня у нас воскресенье, 4 августа. Вчера был день рождения. Вчера Максим Юле сделал предложение. Влог уже, скорее всего, с этих дней вышел. Вот. А сегодня у нас день прошел тоже очень так прикольно, очень так по-домашнему. Была баня с утра и до обеда, даже до вечера это все дотянулось. В общем, все мылись, дед с дядей Сережей варили уху на костре, вот, то есть все пообедали, попили чай, помылись в баньке, и вот под вечер все разъехались, мы остались на даче, но мы с Сашей и Викой завтра поедем в Казань, в город, потому что Саша уже 8 числа выходить на работу, он хочет пару дней побыть в Казани, вот, а мы с Викушей вот сидим в домике, играем. У нас дождик сегодня под вечер начался, как раз когда все начали уезжать, у них начался дождик, и они попали под дождь, в общем, все. Я тут, наконец, пристроила подставку для столовых приборов под Викины карандаши и фломастера, а то стояла без дела, теперь вот ребенок доволен. Да, Викуль, тебе нравится такая подставочка, удобная? А то у нас раньше в пенале это все лежало, и она когда рисовала это все, сначала по столу разбрасывала. В итоге неудобно ни ей, ни мне. Оттуда на ход достает то, что ей нужно. Потом обратно складывает. Время 9 часов вечера. У нас уже стемнело. Смотрите, вон там месяц. Хотела вам показать теплоходы. Видите, я вот не знаю, сфокусируется или нет. Вон там вдалеке. Вот эта вот точечка. Это теплоход. Красиво подсвечивается так вообще. Вика увидела, говорит, я говорит, тоже хочу на теплоходе плавать. Мам, там люди плывут. Да, на кораблике там люди плывут. Нет, самолет. Вон он летит. Тоже нет, люди. Нет, самолет. Привет, самолет. Самолет, самолет. Да. Забери меня в полет. А в полете густо выросла капуста. Мам, я хочу тоже... На самолете полететь. И на самолете хочешь полететь? Да. И на корабле ты хочешь поплыть, да? Да. Все такое красивое, интересное вокруг, да? Трехпалубный? Угу. Папа говорит, купи мне кораблик. Кораблик трехпалубный хочешь, да? Все. Давай в следующее лето мы купим билет на пароход. Давай. Поедем. Кататься. Ура! Да? Утро следующего дня, мы только проснулись, за окном льет дождь уже с ночи. Вот сейчас будем завтракать. Сегодня у нас будет рис с шампиньонами и вот такой вот летний салатик. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. И нам тоже с тобой приятного аппетита, да, художник? Сегодня мы поедем домой, в Казань. Правда, во сколько теперь, я уже не знаю, потому что да, будем ждать, когда дождь хотя бы немножечко прекратится, потому что переправляться в дождь – это не самое лучшее решение, с ребенком тем более. Так что, как только дождь стихнет, будем потихонечку собираться и выезжать. Вкусненько? Угу. На самом деле, как-то грустно, печально. Скоро уже закрывать сезон, а лето как такового мы и не увидели в этом году. Я реально могу на пальцах одной руки пересчитать, сколько раз мы были на пляже в этом году, сколько раз мы загорали. Купалась я один раз всего лишь. Это было в начале июля или в конце июня. Все на этом. Все остальное время мы ходили в свитерах, куртках и в шерстяных носках. Я и сейчас в них. Просто атрибут нынешнего лета. Надеюсь, хоть вам повезло с погодой в этом году. Вот. Ну ничего, приедем домой. Будем залипать, смотреть фильмы, пока у Саши не закончился отпуск. Это 2-3 дня. Вот здесь, а может, в кино сходим, может, куда-нибудь погулять, может, в торговый центр выберемся, чтобы совсем уж дома не просиживать, потому что это реально очень-очень скучно. Ну что за котик такой? Вкусно тебе? Это что за гномик такой? А? Кофточку свою покажи, красивая. Красивая, какие кармашки у тебя там глубокие. Уточка, да, у тебя? Угу. Любишь эту кофточку? Угу. Она тебе уже на следующий год маленькая будет, она тебе уже сейчас маленькая. А там тот.
Что, кактус? Угу. Скажи, кактус. 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 Ну что, дождик у нас потихонечку вроде как стихает. Я тут перемыла посуду. Сейчас нужно будет убраться в домике, собрать вещи, которые нам будут необходимы в городе. Пока все вещи не будем увозить, потому что еще сезон вроде как не закрыт. На выходные все равно будем приезжать. Вот. Ну а так, в общем и целом, домик просто надо в порядок привести. И вот сказала, что дождик стихает, и как раз это ветер подул. Ветер. Короче, закапало прям сильно. Вот, да, сейчас приведем в порядок дом и поедем потихонечку. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Ну все, в комнате чистота, порядок, кровать заправили. В домике убралась, теперь собираю вещи. Тут, значит, всю косметику забрала, аптечку, Викину обувь, нашу какую-то одежду, Викину одежду. Это мешок для, значит, все для стирки лежит. В общем, технику, штатив, самое главное, не забыла. Сейчас буду все складывать в пакет и потом уже займусь продуктами. Кстати, к нам сегодня пришли родители, поздравили нас с годовщиной свадьбы. Сегодня 5 августа, и нашей семье сегодня 4 года. Я про это благополучно забыла, как обычно. Не знаю, я постоянно забываю про всякие такие даты важные. И Саша постоянно меня за это ругает, что он о них помнит, а я нет. Значит, из продуктов мы с собой забираем плавленый сыр, творожный сыр, яйца, это перепелиные яички нам сосед дал, колбасу, хлеб, лепешка, так, молоко, батон, Викушки на питание, чтобы, потому что у нас дома нет, ей нечего будет кушать. Вот, икру, потому что она уже открыта. И здесь урюк, Викушки буду компотик варить. Ну и сейчас мне нужно будет еще овощи, фрукты сложить. И, в принципе, все на этом. Бабуля Викуш в дорогу собирает. Кос сплетет. Викуль, красивый сейчас будешь. Бабуля, сама на голове не знаю чего. Спасибо, дождю. Викуш, давай-ка, стой, сиди спокойно. Все, последние штрихи, наводим красоту и едем в Казань. Чё-то дождь не прекращается. Сегодня погода, конечно, но на выходные погоду как украли. Вообще, как повезло Юле с Максимом. Прям вот реально, как Юле повезло. Дедули, да. Конкурсы-то какие были. Потому что на природе все это отмечали. Вообще, как будто говорю, погоду украли. Да. Пока. Тетёнку пора стричь. Пока-пока. Что у нас, парикмахер, что ли? Пока-п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 ока. Где резинка? Я не знаю. Не знаю, давай сюда. В руке у тебя. Давай, Мир. Ну, косичку надо зацепить, Вик. Все, поедешь, красивая девочка, домой. Нарядная. Ну все, сумки собраны, так что в путь, дорогу. Занесли все из беседки в домик. Ты лягушек с собой возьмешь домой? Покажешь, как они танцуют напоследок? Давай. Вот так они танцуют. А как их зовут, помнишь? Лёша и Яна. Лёша и Яна. Только собрались выезжать, как ливанул просто очень-очень сильный дождь. И мы стоим и ждем, когда он хотя бы немножечко стихнет. Не уехать нам из Зеленого Бора, похоже, сегодня. Зеленый Бор не хочет нас отпускать.
Зашли к тете Люде, взять Сережу, переждать дождик и попрощаться заодно. Ну не надо меня снимать. У меня сегодня. Да куда ты денешься? Куда ты денешься? Все мы не камильфо. Дядя Сережа. Вот, рубит дрова. Ура! Хороший это? Да, конечно. Любишь дождь? А дождь любит тебя. И это счастье, да? Теплым кофе нас напоили, приютили на время дождя. Саша пошел за вещами на наш участок, сейчас заберет, все принесет, отнесет в залив, и уже мы с Викушкой тоже будем грузиться в лодку. И наконец-то поедем домой уже. Артюндель, пока! Пока. Нос. Пи-пи. Сладкий пес. Тамара нас встречает. Ой. Пока. Все? Домой? Да, все, газян. Газян. Все. Пока. Пока. Пап, мы куда пойдем? В общем-то, нам повезло, дождик мы переждали и едем в итоге сейчас спокойненько. Пап, смотри, вытатикай. Да, вытатикай, пап. Вытатикал? Это гидроцикл, доча, гидроцикл. Внимание, вы окружены утками. Пока не вылезай, сейчас пап тебе поможет. Нет. Ути. Поплыла. Красотка. Пока-пока, уточки. Пока-пока, Тамарочка. Пойдем. Машину быстрее, Вик. Мы уже сидим в машине, ждем Сашу. Он там сейчас будет ставить, пристегивать нашу лодочку. И скоро мы уже будем в Казани, дома. Николь, ты соскучилась по городу? Нет. Не соскучилась по городу? Я по городу соскучилась. Ну вот. На этом, мои дорогие, я с вами буду прощаться, буду заканчивать такой небольшой, коротенький влог. Всех была очень рада видеть. Увидимся с вами уже в городских влогах. Всем пока-пока. Пока-пока, Викуш. Что, не будешь говорить пока-пока? Как так? Как так? Ну как же твой? Увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока. Увидимся с вами в следующих роликах. Звезда. Пока-пока.